Всем привет! Это Фак и я, профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Torchlight — полноценный экшен-РПГ от создателей Дьявола со всеми полагающимися атрибутами. Отличное развлечение в преддверии выхода великого и ужасного. Sims 3 — The Wood Adventures — первый аддон к одной из самых популярных в мире игр. Теперь ваши симсы смогут посетить экзотические страны и вдохнуть аромат приключений. Князь 3 — новая династия. Возвращение старейшей русской ролевой серии, сделанной в то время, когда наш взгляд на отечественных игростроителей был полон оптимизма. Все то же самое, только в 3D и исключительно для своих. Четвертая часть истории острова обезьян. Неожиданная концовка подогревает интерес к заключительной 5-й серии. Следующий проект, о котором мы расскажем прямо сейчас, носит гордое имя Torchlight. Главные разработчики этой игры, Трэвис Балдри и Макс Шафер, культовые личности, которые сыграли немаловажную роль в создании всеми любимой Диабло. Действие проекта Torchlight разворачивается в одноименном шахтерском городке, который разбогател на добыче некой волшебной и очень древней руды Эмбер. Однако вскоре выясняется, руда эта может как сделать вас счастливым, так и погубить все живое вокруг. А под самим городом обнаруживается огромный лабиринт из пещер и руин древних цивилизаций, уже испытавших на себе разрушительную власть Эмбера. Наша задача ясна – исследовать лабиринт, найти источник зла и не допустить уничтожения города. На прохождение одиночной кампании у вас уйдет около 20 часов реального времени. Системные требования к игре следующие. Процессор с тактовой частотой 3 ГГц, 256 МБ видеопамяти, 500 МБ свободного места на жестком диске и 2 ГБ оперативной памяти. Torchlight — это полноценный экшен-РПГ со всеми полагающимися атрибутами. Здесь есть город, который используется как база. В нем можно поторговать и переодеться, получить задание или просто пообщаться с NPC. Под столицей находится подземелье. В нем-то мы и будем истреблять нечисть. Боевая система полностью копирует Диабло и основана на закликивании врага. Что же касается классов персонажей, то их всего 3. Пятерка за геймплей. Выглядит Torchlight очень неплохо. Красивые, фантастические локации с множеством деталей. Куча разнообразных монстров, начиная от обычных скелетов и заканчивая огромными непонятными существами. Пятерка за графическое оформление. Музыкальное сопровождение также не подкачало. Саундтрек к игре очень напоминает серию Диабло, а поэтому не может не радовать. Звуки, будь то выстрел или удар клинком, которые, понятное дело, придется слушать постоянно, нисколечко не раздражают. Четверка за звук. Torchlight можно охарактеризовать как мультяшную Диабло с вкраплениями юмора. В игре есть все, что нужно для хорошего времяпрепровождения. Много забавных NPC, красивый мир и интересные побочные задания. Так что если ваших нервов уже не хватает для того, чтобы дождаться Диабло 3, то Torchlight — это то, что нужно. Общая оценка игры — 5 баллов. Torchlight определенно достойно внимания геймеров. Это затягивающее RPG с очень красивой графикой, приятным геймплеем и интересными задачками. Кстати, некоторые моменты в игре достаточно сложно пройти, поэтому смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры Torchlight. Первый вопрос. Подскажите, а как попасть в 3-е подземелье? Отвечаем. Для того, чтобы проникнуть в это место, вам необходимо купить у торговца свиток карты и активировать его.
Следующий вопрос. Подскажите, а в игре можно прокачиваться, не выполняя квестов? Отвечаем. Можно. Для этого нужно купить карты случайной локации у вендора и идти туда мочить нечисть. Следующий вопрос. Подскажите, как находить нужных боссов по квесту? Отвечаем. Получаете квест и методично зачищаете уровень. После этого выходите на босса. Истории острова обезьян продолжаются. И сегодня мы расскажем о четвертой главе этого сериала. События этой части уже успели наделать шума в сообществе поклонников. Но давайте разберемся во всем по порядку. Гайбрш возвращается на остров Бродяг, но надеяться на теплую встречу не приходится. Морган Ле Флай, которую нанял безумный ученый Де Синж, отдает нашего героя на растерзание безумной толпе пиратов. Они устраивают судебное заседание и решают упрятать Гайбрэша за решетку. В качестве обвинителя выступает местный торговец сувенирами. Что удивительно, на майках и чашках, которые он продает, изображен никто иной, как сам Гайбрэш. Нашей с вами задачей в четвертой части станет поиск оправдательных улик и снятие всех обвинений с Трифуда. Но маркиз де Синж тоже не сидит без дела и готовит очередной зловещий и коварный план. Не обошлось в новой серии и без главного противника Гайбрэша, Личака, который, вы не поверите, в конце части убивает нашего подопечного. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 64 МБ видеопамяти и 500 МБ на жестком диске. Оперативки четвертая часть истории острова обезьян потребует 512 МБ. Игровой процесс, как и прежде, сводится к изучению локации, поиску предметов и их комбинированию. Важную роль играют диалоги. Большинство задачек решаются очень логично и легко, если внимательно слушать, что говорят вам герои. Впрочем, это не так уж и сложно. Фирменный юмор и мастерски поданный сюжет затягивают не на шутку. Пятерка за геймплей. Что касается внешнего вида, то, как и прежде, любая деталь здесь имеет значение. И оформление локаций даже несет в себе ответы на некоторые задачки. Пятерка за графику. К музыкальному оформлению игры приложил руку заслуженный композитор Майкл Лэнд. Заслуженный, потому что именно он озвучивал приключения Сэма и Макса, путешествие на тот свет из Грим Фанданго и даже легендарный Full Throttle. Пятерка за звук. You're clumsy clam clipper! You ruined my prototype! Now I'll have to start all over! Brr! Got that great one! You will cease your foolish distractions before we come down and cease them for you! Четвертая часть получилась ничуть не хуже третьей. Особую интригу вносит концовка, которая подогрела и без того большой интерес к пятой заключительной серии. Твердая пятерка. Как теперь дождаться пятой заключительной части, непонятно. После такой концовки четвертой все только и делают, что гадают о том, что же будет с Трипвудом дальше. Не может же главный герой просто взять и погибнуть. А для тех, кто застрял и плохо понимает, о чем я сейчас говорю, мы подготовили ответы на самые частые вопросы по прохождению четвертой части истории с острова обезьян. Первый вопрос. Как мне вытащить Гайбрэша из тюрьмы? Отвечаем. Здесь нужно поступить довольно остроумно. Поскольку Трифуд обходится без адвоката и защищает себя сам, разыграйте перед охранником сценку разговора с подзащитным. К счастью, обхитрить стражника несложно, и вам останется лишь потребовать открыть дверь адвокату. Следующий вопрос. Как разнять двух дерущихся барышень на барной стойке и вручить Элэйн письмо? Отвечаем. Обратите внимание, что за столиком сидит еще одна девушка. Подойдите к ней и начните заигрывать. Реакция последует незамедлительно. Stay away from Guybrush, you sea hog!
В результате барная стойка освободится, а девушка уйдет в туалет. Дождитесь, пока она вернется, и подберите карточку, по которой можно заказать коктейль. Обратитесь к бармену и попросите его приготовить напиток. Пока он будет занят, прикрепите на доску для дарца письмо. Затем, когда дерущиеся барышни вернутся на стойку, отвлеките Элейн, и ее шпага вонзится точно в конверт с письмом. Теперь милая женушка Триплода узнает всю правду. Следующий вопрос. Для чего на столе в зале суда стоит парализованная кошка? Как ее использовать? Отвечаем. Кошка подозреваемая, связанная с одним из обвинений Гайбрэшем. Если заставить ее двигаться, то Трипфуд будет оправдан. Сходите на набережную, там увидите пирата, который кормит эту самую кошку. Используйте магнит с фотографией Гайбрэша на миске. Затем направляйтесь к дому маркиза. Там в клетке найдете обезьяну. С помощью крюка откройте замок и вытащите обезьяну. Теперь, когда снова окажетесь в суде, используйте обезьяну на парализованной кошке. После такого представления одно из обвинений будет точно снято. Смотрите далее! Князь 3. Новая династия. Возвращение старейшей русской ролевой серии, сделанной в то время, когда наш взгляд на отечественных игростроителей был полон оптимизма. Все то же самое, только в 3D и исключительно для своих. Sims 3 The World Adventures. Первый аддон к одной из самых популярных в мире игр. Теперь ваши симсы смогут посетить экзотические страны и вдохнуть аромат приключений. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Реклама пошла. Ну вот и замечательно. Так, у нас мало времени. Включение через 5, 4... Стой, стой. Пока я это не даю, ничего не начнется, дорогой мой. Сделай паузу. Скушай Твикс. Отечественная серия игр «Князь» обладает практически депутатской неприкосновенностью. Это один из первых крупномасштабных российских проектов, который стоит плечом к плечу с «Вангерами» и «Аллодами». Это живая история отечественных компьютерных игр. Посмотрим, что представляет из себя третья часть. С самого начала в играх этой серии было на что обратить внимание. Неожиданная для жанра возможность управления захваченными поселениями. Оригинальная магическая система, завязанная на использовании так называемых поющих вещей. При этом князь, наряду со Златогорьем, стал одной из причин появления уничижительного определения русское РПГ. Тотальный дисбаланс, кособокое управление и хромоногая боевая система – все это было обуто в старорусские лапти и подано под перебор гуслей. Когда была анонсирована игра «Князь 3», геймеры отреагировали по-разному. Было и смешно, и грустно, и по-особому интересно. По словам разработчиков, работы над третьей частью велись в течение последних 2 лет. Рекомендуемые системные требования. Процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 256 МБ видеопамяти, 1 ГБ свободного места на жестком диске и каких-то скромных 512 МБ оперативки. Игровой процесс изменился незначительно. Как и раньше, на старте нужно выбрать одного из 6 героев. Мы по-прежнему можем собрать партию до 6 человек. Задания выдержаны в стиле и духе предыдущих игр серии. То есть это классический «найди, принеси, защити» с поправками на местный колорит. Квесты можно выполнить разными способами, но в сюжете никакой нелинейности не предвидится. Ролевая система все так же не предполагает деления на классы и позволяет развивать персонажа в любом направлении. Поэтому мы ставим всего 3 балла за геймплей с натяжкой для фанатов. Графика в этой игре просто позорная. Конечно, некоторые элементы приятны глазу и видна работа хорошего художника, но общее впечатление плачевное. Топорные модели персонажей, грубая работа камеры, к тому же с глюками, и очень упрощенная анимация. Наша оценка внешних данных игры — 2 балла. Озвучка игры также не порадовала нас. Простецкие диалоги, скудные спецэффекты, но при этом относительно забавная музыка. Наша оценка звукового сопровождения — 3 балла. А вам мы предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звук. Эй, разговор есть? Хозяин, ты не мог бы помочь мне? Ха! Я еще не встречал человека, который бы не нуждался в деньгах.
У меня нет выбора. Я принимаю твои условия. Приятель, помоги мне. Вижу, у тебя неплохой щит есть. Отдай его мне. И то верно. Какой мне прок от щита? Главное, что всегда было и остается в серии игр «Князь» — это атмосфера. Именно из-за нее эта игра нашла своих почитателей. Именно эта самая атмосфера игры заставляет проводить часы перед компьютером. Поэтому, если вы не прониклись идеей «Князя 3», наверное, вам лучше даже не пытаться в нее играть. А наша общая оценка — 2 балла. «Князь 3. Новая династия». Игра только для поклонников первых частей серии. Дело в том, что атмосфера выдержана полностью, но реализация проекта вообще никуда не годится. Поэтому, если вы все-таки решились поиграть в это, мы поможем вам, отвечая на вопросы по игре. Первый вопрос. Как можно отменить улучшение навыка? Я случайно нажал на плюсик у другого навыка, а отменить не могу. Что делать? Отвечаем. К сожалению, отменить улучшение выбранного навыка никак не получится. Игра сразу сохраняет все изменения. Будьте аккуратны. Следующий вопрос. Я играю магом, и меня постоянно валят. Что мне делать? Отвечаем. Это сложный вопрос. Дело в том, что в игре немного нарушен баланс. Маги и лучники получают большой урон. Для их защиты нужны доспехи и, соответственно, прокачка силы и выносливости. Но, как мы все прекрасно знаем, для мага основной параметр – интеллект, а для лучника – ловкость. В итоге, если вы хотите играть за этих персонажей, вы должны умудриться взрастить универсалов и обвесить их крутыми шмотками. Следующий вопрос. Я запутался в самом начале. Мне нужно найти какого-то воеводу. Где мне его искать? Отвечаем. Чтобы найти нужного вам персонажа, воспользуйтесь мини-картой. Правда, это будет так же непросто. Масштабировать ее нельзя, а персонажи на ней отмечены мелкими точками. При наведении на такую точку выскакивает подсказка с именем. Пиксель-хантинг вам в руки. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз-ТВ в проекте «Cinema Game» вы сможете увидеть новые серии приключений Сэма и Макса, офицеров вольной полиции. Сэм и Макс развязывают гражданскую войну в Дакота. Ах ты мелкий! Ах ты большой! Я думаю, ты понял, что это война. Война? Война? Агенты секретной службы на радостях поют Максу дифирамбы. What's this I hear? What wondrous thing is this? The deaf con claxons ring, a flashing light. В новом деле Сэм и Макс попадают в реальность версии 2.0, где встречают старых знакомых, но в новом обличии. Все это в следующих сериях приключений Сэма и Макса. Сам жду не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. Не пропустите «Cinema Game» — кино по вашим любимым играм. Студия EA свято соблюдает собственноручно установленные традиции. Речь идет о бесконечных дополнениях и экспеншн-паках к бессмертному симулятору жизни «The Sims». Сегодня мы поговорим о первом аддоне к третьей части этого сериала — The World Adventures. Поклонники The Sims 3, уже досконально изучившие доступные изначальные города, теперь могут отправить своих симсов в путешествие по всему свету. Первое дополнение к этому общепризнанному шедевру носит название The World Adventures. Оно позволяет персонажам совершать поездки в дальние страны, в Египет, Китай и Францию. Помимо того, что мы можем вдоволь налюбоваться местными достопримечательностями, наши симсы могут приобретать новые способности и осваивать новые умения. В Китае, к примеру, можно изучить восточное единоборство, что, несомненно, пригодится в семейных ссорах. В Египте заняться поиском реликвий, а во Франции, естественно, закрутить сногсшибательный любовный роман. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске The Sims 3 World Adventures займет 5 ГБ.
Все увиденное в путешествиях можно записать на виртуальную фото и видеопленку, а затем поделиться фотографиями и роликами с другими пользователями. В этом плане Atom продолжает генеральную линию The Sims 3, интеграция всего происходящего в глобальную сеть интернет. Но и просто играть в офлайне интересно. Вас никто никуда не торопит, вы сами вольны выбирать себе приключения. Кому что больше по вкусу? Восточное единоборство или сокровище пирамид? Наша оценка геймплея — 5 баллов. Графически, как того и следовало ожидать, игра не изменилась. Перед нами все тот же движок, сменились только локации. Они-то в первую очередь и окунают игрока в атмосферу захватывающих приключений. Каждая локация продумана и выверена до мелочей. Легкий поворот камеры, и можно смело снимать ремейк «Индиана Джонс». Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Звук в Sims 3 The World Adventures ничем особенным похвастаться не может. Но спецэффекты и музыка выполнены добротно. Наша оценка звукового сопровождения — 4 балла. Покупатели получат 1007 points для совершения покупок в виртуальном магазине The Sims 3 Store, который пополнился эксклюзивным загружаемым контентом для World Adventures. Помимо этого, весь доступный контент будет активен и в основной части игры, что, безусловно, вносит свою долю очарования в приевшейся, казалось бы, бэдконтинентальной жизни. Наша общая оценка Sims 3 The World Adventures — 5 баллов. Если проводить параллели с историями, которые имели место быть в Requiem The Sims 2, помимо увлекательных приключений, нам никто не помешает облюбовать полюбившиеся места, будь то экзотический Китай или романтическая Франция. А теперь разберем некоторые особенности The World Adventures, отвечая на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Как мне добавить новые умения Симса в обычную игру после того, как он вернулся из путешествия? Отвечаем. При выполнении сюжетных заданий или нахождении уникальных предметов они автоматически добавляются в профиль вашего игрока. Лучше всего это удается юным дарованием. Если вы отправите в отпуск старика, скорее всего, он вернется ни с чем, так как уже достиг всего, чего хотел. Мало того, как бы это ни было грустно, по возвращению ему просто-напросто не удастся в полной мере насладиться свежими впечатлениями и все попробовать. Если у вас, конечно, не отключено старение персонажей. Следующий вопрос. Могут ли персонажи узнать про новые умения от тех, кто уже путешествовал? А то слишком долго и муторно гулять по миру всей семьей. Отвечаем. Нет, такой возможности обучения других у Симсов еще не предусмотрено. Оптимальным вариантом будет создание одиночки путешественника, который по ходу дела или по завершению вояжа обзаведется семьей и будет обладать всеми найденными предметами и умениями. Предметы, естественно, можно передаривать и передавать по наследству. Следующий вопрос. Обязательно ли для запуска The World Adventures иметь полную версию игры? Отвечаем. Да, это Expansion Pack, а не Standalone версия. Так что проинсталлировать ее можно только поверх оригинальных Sims 3. Внимание! Канал Муз ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свое резюме на наш электронный адрес faq@muzdefistv.ru. Тема «Конкурс». Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был ФАК. Не забывайте заходить на веб-сайт канала Муз ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. wap.muzdefistv.ru. Я всегда в твоем мобильном. До скорого!